Джулиана, какой хорошенький, какой хорошенький. Смотри, какой маленький. Ничего себе маленький. Только что родился, а смотри, какой большой. Какой милый. Что вы смотрите? Да ты погляди-ка. Вон, вон. Никола, ну конечно, это ты привела их сюда, да? Конечно. Я хозяйка, а Джулиана моя лошадь. Ах так? Не хватало, чтобы вы сейчас, если ты хозяйка, заботься о ней сама, а я ухожу. Прощай. Нет, доктор, пусти меня. Не сердитесь, пусти меня. Не сердитесь, я сказал это просто так. Ладно, я ухожу. Какой мерзкий характер. Я тебе не твой отец. Убирайся. Целуется? Нет еще. А ты уверена, что если загадать желание, когда целуются жених и невеста, оно сбудется? Да-да, конечно, моя бабушка вышла замуж таким способом. Ах так? Да. Ну, не будем терять время. Лучше смотри, видишь их? Да. Целуются? Нет. Чего же они ждут? Целуются, целуются. Я хочу выйти замуж в этом году. Не смейся, идиотка, в этом году. Поскольку деревня, одиночество, бескультурье, рожающие кобылы... Не совсем подходящее место для воспитания юной девицы, которая однажды займет в обществе место, достойное нее и имени, которое она носит. Что касается имени, я... Так вот, движимый чувством, которое...
Вот, нужно отправить ее в колледж. Безусловно, нужно отправить ее в колледж. А где вы найдете колледж, готовый сдерживать этот ураган? Не беспокойтесь об этом, я позабочусь. Что происходит? Ничего, ничего, Леопольда. Это фейерверк в честь новобрачных. Мой подарок. Да здравствуют новобрачные! Что такое? Что происходит? Что происходит? Кто стреляет? Да ничего, ничего, это устроила Никола. Это фейерверк, смотри, как красиво. Отлично, молодцы. Пугаете людей ночью, когда все в постели. Хватит, идите спать. Спасибо. Наполеон умер в... Мы знаем, что он умер. Мы хотим знать, когда. Синьорина Николетта, вы позор нашего колледжа. Синьорина Николетта, история и география — ноль. Синьорина Николетта, математика — ноль. Синьорина Николетта, синьорина Николетта. Она самая недисциплинированная. Вы могли видеть это собственными глазами. Я видела, видела. Поклон. Поклон. Не успеет закончиться одно наказание, как она получает другое. А вы пробовали одиночный карцер? Из уважения к вам, маркиза, нет. Ради бога, не стесняйтесь. Мое сердце разрывается на части, но дисциплина прежде всего. А вам не кажется, что если простить ее, в конце концов... Нет, нет, нет. Молчи, дочь моя. Это для ее же блага. Когда-нибудь она нас поблагодарит. Когда-нибудь ты нас поблагодаришь. Иди в карцер, дорогая. Иди, иди. Синьорина? Поклон? Поклон. Тихо. Хорошую шутку со мной сыграл Леопольда. Я написала ему, он говорит, что месяц пройдет быстро. Месяц, но я не выдержу и 10 дней. Как поживает твой муж? Хорошо, спасибо. Чем занимается? Учит меня играть в бридж. И ты научилась? Нет, мне не нравится. Молодец, сопротивляйся, делай как я.
Уже месяц у меня допытываются, когда умер Наполеон, а я молчу. Я знаю, но я не скажу им. Войдите. А, ты здесь, а мы тебя повсюду ищем. Мама, Ливия здесь. Оставь в покое бедного мужа, что ты все время липнешь к нему? Ты плохо приучаешь его. Когда я выйду замуж, мой муж должен Ирена. Я поняла, мама. Ты готова к примерке платья? Портниха ждет уже полчаса. Какое платье? Не беспокойся, оно не новое. Это я ей подарила. Хочу, чтобы она надела его сегодня. Вечером придет Марианелла с друзьями. Нам же важно, чтобы твоя жена произвела хорошее впечатление. Марианелла? А зачем она придет? А почему бы ей не прийти? Выпить чашку чая, бокал вина, посплетничать. И потом она хочет познакомиться с твоей женой. Для нее это очень важно, а для меня нет. Медведь, Ирена. Ну, извини, мама, но я уже обещала. В каком свете ты выставляешь свою жену, бедняжку? А при чем здесь она? Как это при чем? Разве Марианелла не была твоей невестой? Если твоя жена не хочет знакомиться с ней, значит, она ревнивая. Но ей это абсолютно безразлично, правда? Да, то есть... Извини, но сначала ты говорил мне, что это так, а теперь будешь отрицать? Нет, тогда идем. Подождите, дети мои, а как же я? Кто проводит меня в колледж? У нас квартальные экзамены. Извини, мама, у меня обязательства на сегодня. Будь любезна, дай мне костюм. Мне известна история твоих обязательств. Не вынуждай меня говорить при твоей жене. Лучше бы ты совсем не говорила. Ни при моей жене и ни при ком-либо. Тебя бы это устроило. Ирена, Ирена, мы уже не дети. Для меня вы всегда дети. Так ты никогда не состаришься. И, Рене, я поняла, мама, поняла. А ну, давай, веселее. Не делай такое лицо. Увидишь, тебе будет весело. Марианелла такая оригиналка. Роберто благополучно отделался от нее. Если бы он женился на ней, она бы нас всех строила. И, Рене, я поняла, мама, поняла. Противная девчонка. Что такое? Ты опять поссорился со своей женой? Нет, нет. Помни, не давай слабину. Жена как железо. Надо ковать его, пока оно горячо. Куй, куй, сын мой. Извините за опоздание, извините. Мы приехали издалека. Это сюрприз для моей дочери. А где Никола? Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Где Никола? Я ее не вижу. Я тоже. Не называй ее Никола, люди вокруг. Молодец, правильно. О, Маркиза, мы здесь. Да. Да, да. Да, это же она. Да-да, это точно она. Это Никола. Это моя дочь, это моя дочь. Какой голос? Это моя дочь. Какой голос, да? Замолчи.
Уберите ее, уберите. Какая молодец, да? Куда мы идем? Сейчас узнаешь. Это наказание. Она натворила что-то серьезное. Она в карцере. Она в карцере. В карцере? Да. Какой конфуз. Они ничего не понимают. Это все зависть. Добрый день, как поживаете? Хорошо, хорошо. Быстрее, садитесь в машину. Но зачем? Маркиза сказала отвезти меня домой. Мне нужно поговорить с моей сестрой. Ну уже, поехали. Куда? Я же вам сказала, домой. У меня есть разрешение маркизы. Давайте, скорее. Что скорее? Не стойте столбом. Вперед. Ну, живее. Где моя сестра? Кто вы? Сестра. Но чья? Моей сестры, я же сказала. А, вы сестра вашей сестры. Да, так трудно было понять это. Хорошо, я иду. Теперь я понимаю, почему плакала Ливия. Молчи, Николетта. Как ты здесь оказалась, бедная Ливия? Вы бессовестная нахалка. Николетта, что ты себе позволяешь? Синьорина моя подруга. Вы думаете, я не поняла? А кто это? Нет, ничего, это сестра. Я порядочный человек. Ливия. Нет, нет, Ливия. Николетта, иди сюда, помолчи. Ничего страшного, извини, не, я молчать не буду, я не могу молчать. Ливия. Николетта, нет. Не двигайтесь. Нет, 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 вы испортили мне финал. Что такое, Николетта, что происходит? Извините, представляю вам свояченицу моего брата. Очень приятно. Никола, Никола, отстань. Не сердись, она всего лишь ребенок. Да что такое, Николетта? Вы сборище непорядочных людей. Извините, простите ее, она маленькая дикарка. Я не дикарка. Я хотела, чтобы мой муж первым узнал об этом, но теперь... О, Ливия! Ливия, дорогая, объясни! Скажи мне, Ливия! Обещай, что пока никому не скажешь. Даже папе. Да, да, я обещаю тебе, скажи. Николетта. Ребенок. Ливия. Но это же все меняет. То есть ничего не меняет. Представляю, когда Леопольда узнает об этом. О, Ливия, дорогая. Но смотри, это должен быть мальчик. Ну что ты говоришь, Николетта? Да. Ладно, даже если будет девочка, Леопольда, скажем, что это мальчик. А потом, со временем... Ой, мама, теперь нужно думать о том, чтобы подготовиться, делать... А что ты хочешь делать? Ах да, здесь нечего делать. Дорогая, теперь я понимаю, почему ты хотела, чтобы я всегда была с тобой. Нужно ли было говорить это? Всегда с тобой. Всегда. Вот увидишь, как только мы помиримся с Леопольдо, вернемся в наш дом и приготовим для него комнату. Ту самую, с видом на сад. Да, да. Там весной много ласточкиных гнезд наверху. Наверху. Я не знала маму. Но у него их будет две. Я и ты. Я буду петь ему колыбельную. Yeah.
Ливия. С тех пор, как мы познакомились, я делал все, чтобы стать неприятным тебе. Я надеялся, ты пошлешь нас к черту. Меня, мою мать, мою сестру. Что такое ты говоришь? Прошу тебя, дай мне сказать. Когда я понял, что ты любишь меня, я должен был честно сказать тебе. Ливия, я не достоин твоей любви. Наш брак по расчету никогда не сможет стать браком по любви. Почему ты так говоришь? Прошу тебя. Я хотел забыть тебя и не мог. Я любил тебя, и мне было стыдно признаться в этом. Потом мы поженились. Но чем больше я узнавал тебя, тем больше презирал себя. Чем сильнее любил тебя, тем сильнее себя ненавидел. А теперь, когда ты нашла в себе силу уйти, ты дала мне мужество попросить у тебя прощения за все зло, что я причинил тебе. Мне нужно было сказать тебе это, чтобы ты не считала меня хуже, чем я есть. А теперь, когда между нами все ясно, мы можем попрощаться. Роберто. Никола, Леопольда. Кто это? Это Леопольда, мой отец. А? Никола, Леопольда. Ах, дорогая, дорогая, дитя мое. Но где же ты была все это время? Что ты делала? Успокойся, успокойся. Мы очень испугались. Сочувствую. А кто это? Это адвокат Джулио Марки, Леопольда. Отец, адвокат, счастлив. Идем, идем, там ждут. Идемте, адвокат. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Адвокат. Тихо. Что такое? Никола? В чем дело? Папа, Ливия. Ну что, Леопольда? Роберто. Я вправе обнимать свою жену, где и когда захочу. Да, но это мой дом, и мы решили... Что мы решили? Прощай, дело. Но, по крайней мере, расходы. Потому что были расходы. Адвокат, напомню вам кое-что. Сожительство с замужней женщиной — 3 года лишения свободы. Обман несовершеннолетний — 5 лет. Злоупотребление... А вы тоже адвокат? Да. Отлично. Вы приходите в дом, делаете, что хотите. Кто отправляется в тюрьму? Я. Погодите. Чувствую запах грибов. Ты приготовила ризотто с грибами? Да, папа, именно то, что ты любишь. Умница. За стол, за стол. Какой еще стол? Но я здесь. Ризотто с грибами, приготовленный моей дочерью. Ты никогда его не пробовал? Нет, плохо. Вот почему вы не ладили. Вот увидишь. Скорей, ступай на кухню. Почему ты до сих пор здесь? Давай. Дорогой, иди сюда, Роберто. Садись, садись. Спасибо. Алло? А, это ты? Да. Что я делаю? Ничего. Нет, сюда пришли люди. Нет, я их не знаю. Я не знаю, кто они. Сказали, что пришли по делу. Заняли мой дом, а потом кабинет. Сначала спали, а теперь едят ризотто с грибами. Спасибо. Какого еще приятного аппетита? Ем не я, а они, а я плачу. Здесь адвокат. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Ешьте, спите, пейте. Стол накрыт. Ризотто с грибами. Ризотто с грибами? Да он с ума сошел. Да. Идите, идите. Идите. Пришли еще одни. Теперь они в полном составе. Давайте, садитесь, не стесняйтесь. И ты, стулья, стулья. Элиза, улыбнись, улыбнись. Хоть раз улыбнулась бы. Роберто, мама, дорогой. Вы меня поцеловали. Скорей, скорей, садитесь. 3, 4, 5, 6, 7. 7 человек за моим столом. Да. Нет, я никогда их не видел и не знаю. Они разливают суп и раздают тарелки. Маркиза привередничает, отказывается. Нет, маркиза согласилась. Маркиза приняла суп, хлопают в ладоши. Вот, теперь едят, а меня не приглашают. Нет, я плачу, а меня не приглашают. Невероятно, а теперь смеются, смеются. Все довольны, смеются. Ура, ура. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Теперь поднимают тост. Только есть начали, а уже пьют. Тост за будущего ребенка. Да, если это будет мальчик, его назовут Никола, в честь тети. Хорошая новость, да? Тебе на это плевать, да? Мне тоже. Пока. Разрешите? Простите, если помешал. Вижу, вам хорошо в моем доме. Так я вам еще и ключи дам. Ненормальный. Ненормальный? Я адвокат. Садитесь. Идите, здесь есть местечко для вас. Займитесь свое адвокатское место. Адвокат, у нас есть ризотто. Ризотто.
Это все ваше? Половина моего брата, половина моя. Мое приданое. Ваше приданое? Да, потому что я не замужем. А, потому что вы...